Мурат начинает очень неплохо с левой ноги. Входил в сборную Дагестана, кстати, по ММА Мурат. Ну и выигрывал множество турниров по ММА. Двигаться, двигаться, Леша, двигаться. Поджимает Алексей. Двигаться. Да, вот здесь видно, что соперники уважают огневую мощь друг друга. Поджал, поджал. Сейчас напрягает соперника Алексей. Ждет, когда Мурат на него действительно выбросится. Именно такие указания следуют из угла. И очень мощный лоу в исполнении Алексея. Да, хороший удар. Центр, центр, Леша. Двигаться по кругу. Не стоять перед ним. Ай, хорошо. Через живот Алексей пытался зайти. Ай, хорошо. Жепом на голову. Двойка, отлично, роняет оппонента. Ну, там скорее больше, наверное, Мурат все-таки равновесие потерял, хотя, безусловно, удары были, согласись. Да, согласен с тобой. Да, вот здесь парни, похоже, явно намерены нам показать свою мощь. И как здорово атаковал с правой руки, еще цепляет. Размен. Смотри, куда бьешь. Это отличный совет. Но вот сейчас такой ирландский пап у нас с вами начинается. Наш любимый. Но, правда, ненадолго начинает клинчевать Мурат. Поджимает к сетке Алексея, а тот в ударке побольше ударов-то нанес. Да, но накормили друг друга нормально. Нормально накормили, поэтому сейчас нужно передохнуть, перезарядить батарейки немного и затем уже вновь отправляться в рубку. Хочется верить. Работа в клинче – это, конечно, хорошо, это неотъемлемая часть боев смешанного стиля, работа в клинче возле сетки, но ведь есть же и другое, вот такое, например. Алексей наносит лоу-кик, но Мурат, пока Мурат ведет. Правый снизу. Хорошо, Иштиушта с разворота, аж камера потеряла бойцов из виду, настолько все было стремительно. Попадает правый боковой, Алексей Мурат выдержал. Ответочку. Мурат сам попал несколько раз. Да, вот еще попадание. Там, по-моему, предплечьем достал до соперника Алексей. И вот так просто реально такие свадебные удары показывает и один, и второй. Голову подмышку его. Голову подмышку ложьте шире. Подмышку, подмышку, голову, Леша. Нет уже сил у Алексея голову подмышку убрать. Но есть на то, чтобы достать до оппонента с левой руки, да и с правой тоже. А ведь чем дальше, тем будет сложнее обоим, потому что ничто так не изматывает, как пропущенные удары. А их было уже за этот раунд, за эти 3 минуты, ох, как много. Больше ударов было точных выброшено, чем за все те бои, что мы с вами увидели сегодня. Ну, кроме разве что поединка с участием Владислава Фокина и Али Батрудинова. И, друзья, минута на отдых есть и у парней. Парни срывают аплодисменты, конечно же, потому что вот такие поединки мы ждем от тяжей. Чтобы они вышли и зарубались, показывали по-настоящему мощные удары, жесткие. Да, но намахались, намахались, конечно. Давайте посмотрим, что будет дальше. Да, тут больше оступился, конечно, под градом ударов Алексея Мурат. Да, но Мурат еще так высоковато, конечно, бороду задирает, момент обменная, что... Да, он как-то эпизодически тянется за собственным ударом, и из-за этого голова... Ты прав, уходит повыше, чем должна бы. Алексей вот здесь тоже хорошо попал. Ну и второй раунд. Что будет здесь? Продолжение того самого свадебного банкета. Или ирландского паба. Или банкета в ирландском пабе. Свадебного. Кстати. Шагать, Леша, шагать, ручки выше. Не маши, не маши. Да, хороший совет, кстати, идет из угла Алексея. Потому что действительно за предыдущий раунд оба намахались очень прилично. И вот тут и попытка хайкик исполнить. Но там рука была подставлена Мурадом вовремя. Лоу-кик от Мурада, ну, больше отмахнуться. Повыше Алексей, конечно, поэтому нужно заставлять соперника лететь на себя, потому что Мураду нужно сокращать дистанцию, уж коль скоро они
настроены работать в стойке. А, кстати, левый боковой на скачке был перспективный от Мурада очень. Да, ну и Алексею верно советуют. Можно подергать, можно как-то на себя вытянуть. Дай! Ай, хорошо! Еще движуха! Движуха обязательно. Корпус. Наносил удар. Через живот, молодец, Алексей. Да, и тут ногу тоже включает в своей серии. Здесь болельщики начинают активизироваться, поддерживают они Мурада. Вновь бьет мимо цели Джамалетдинов. Джамалетдинов, прошу прощения. Пол раунда позади. Попадает Мурад. Да. И жмет к сетке. Вот здесь град ударов. Алексей выдерживает. Мурад жмет, клинчует. Да, прибирает шею наконец-то, следуя указаниям своего угла Алексей. Но ненадолго. Да, освободился очень легко Мурат и продолжает идти на соперника. Здесь обменялись такими сочными оплеухами. Парни продолжают это делать. Да, удар в затылок, но непреднамеренно. Да, это чисто рабочий момент. И вот пошло. Мощно. Пошла вода горячая. Попадание с обеих сторон. Вот так. Надо добавлять и попадать. Еще попадает. И Мурат, нужно ответить. Мурат отвечает. Мурат жмет. Здесь по корпусу добавляет. И еще на голову. Ну, двойка зашла просто как к себе домой. 10 секунд. Сетку не держим. Тяжело дышат оба. Сетку не стоит хватать. И вот так, в такой рубке, в таком жесточайшем размене застает парней свисток об окончании раунда. А ведь еще 3 минуты, отлично. Надо передохнуть не только спортсменам, но и нам с вами, друзья. Чуть выдохнуть и осмыслить происходящее. Ну вот, давай, кстати, осмыслим. А давай осмыслим. Кому, вот, в чью сторону ты считаешь идет сейчас бой? Ты знаешь, я очень думаю, все равно. Да, здесь все очень на тонкого. Нужно считать удары, нужно считать попадания. Даже не возьмусь вот сказать. Откровенно, дабы... Я не знаю, у вас близкий бой. Да. И говорят, близкий бой. Непонятно, кому отдают раунды, кому отдают те или иные эпизоды, потому что здесь... Еще что очень важно для обоих, что они практически не оставляют ни одного действия соперника без ответа. На каждый удар выбрасывается встречный. И на каждый удар выбрасывается такой же по силе и точности. Да, все так. Секунданты с нами согласны. Ну а для определения победителя последний раунд, друзья, у нас остается. И сразу Мурат заряжает. Конечно, Алексей готов. Сам отвечая, в том числе по корпусу. Ну что, буду стоять в центре и просто рубиться, испытывая друг друга на прочность. И есть попадание от Алексея. Левый сбоку мимо. Хорошо, лоу. Кик. Левый на скачке там был. На выходе хорошо попадает Алексей. Вот тут, кстати, еще очень важно будет то, кто окажется лучше готов функционально, кто больше сил сохранит. Потому что мы знаем прекрасно, что тем более вес большой. И зачастую боец падает не потому, что он пропустил какой-то сверхмощный удар или он его не видел, а просто от усталости. И вот этот фактор нельзя исключать в данном поединке ни в коем случае. И мы видим, да, что стали возникать еще большие паузы между атаками. И это говорит только об одном, что ребята вымахались. И вот здесь любое маломальски хорошее, сильное попадание, точное, может решить. Леша характер, да, и Мураду тоже характер, конечно. Да они уже его показали, что уж там говорить-то. Вовсю показывают до сих пор. Вот такой размен, здесь даже лоу-кики в деле были.
Никто снова попадание. Никто не хочет уступать. И мы видим, что и Мурада так немножко подкачивает от ударов Алексея. И вот здесь уже я считаю, что Алексей забирает преимущество. Мурад устал сильнее. Руки, да, начинает дагестанский спортсмен опускать больше. Ну и сам попадает, конечно. И идет вперед. Чуть больше, но... Вот хороший попадает Мурада. Еще двойка. Болтанул Алексей, болтанул, но сам Алексея пропустил. Вот это бой. Вот, настоящее украшение полуфиналов. Действительно, вот таких боев и иногда не достает. С обилием ударной техники, с обменом выпадает Капа. Минута. И вот здесь уже надо терпеть и попадать вот так, правой сразу, прямой. Да. Еще все. Уже с левой добавляет. Старается все-таки выдерживать нужную для себя дистанцию Алексей. В этом раунде, мне кажется, все-таки Алексей побольше забрал эпизодов. Побольше. Прям аж голова у Мурада отдергивалась от его попаданий довольно мощных. И, в принципе, Алексей выглядит, на мой взгляд, более свежим. И больше эпизодов он забирает чистых для себя. Ну, а согласятся с тобой судьи или нет, мы узнаем уже через 25 секунд. Оу. Корпус, двоечка и дальше на голову от Алексея. Борода крепка, кстати, у обоих, несмотря на вот эти перчатки, которые не шингарды, да, они чуть больше по весу, но там вес-то какой, да, у самих ребят и сила удара, и при этом столько попали, и хоть бы кто, хоть бы что, хоть бы... Там какое-то состояние Гроги бы выказали, и нет, и продолжается Месилова просто до самой последней секунды. Лоу-кик и правый попадание, левый. Разбит нос у Мурада. Лоу-кик, и тут уже нет сил буквально стоять. Ну, я считаю, раунд за Алексеем. Вот я считаю, раунд за Алексеем. Я с тобой, пожалуй, соглашусь. Вот если два, первый и второй до этого раунда, они были все-таки на тонкого, очень были равными, очень были близкими, то здесь... Начиная с половины, наверное, раунда, второй половины, Алексей все-таки забрал бой. Но мы сейчас узнаем мнение судей. В этом поединке разделим решение победу одержал боец из красного флага Букарев Алексей Букарев. Да, все верно. Алексей Букарев побеждает. Я считаю, это совершенно справедливый итог. Мураду огромное спасибо за такой конкурентный поединок, за выдержку, за терпение, за желание победить. Но действительно, третий раунд явно забрал Алексей. И здесь, я думаю, иного мнения быть не может. Да, мы поздравляем его с этим. В финале, друзья, он увидится с Шамсудином Махмудовым. Ну а Мурад Джамалдинов получит свою бронзовую награду.